Первый вопрос, с которым сталкивается исследователь, это кто проводит клинические исследования? Ну, то есть клинические исследования проводятся в медицинских учреждениях здравоохранения, например, в больницах, либо амбулаторном учреждении, либо в других медучреждениях, именуемых исследовательскими центрами. В каждом исследовательском центре группа сотрудников исследования работает под руководством врача или другого исследователя, именуемого главным исследователем. Соответственно, если вы заинтересованы в работе клинических исследований, вам необходимо обратиться в медицинское учреждение, в котором проводятся эти клинические исследования. Что такое GCP и какие требования предъявляет руководство GCP к квалификации врача-исследователя? GCP, аббревиатура расшифровывается как Good Clinical Practice, на русском языке звучит «надлежащая клиническая практика», представляет собой международный этический и научный стандарт планирования и проведения исследований с участием человека в качестве субъекта. Необходимо иметь должное образование, профессиональную подготовку, позволяющую принять на себя ответственность за проведение клинического исследования должным образом. Зачем врачу участвовать в клинических исследованиях? Во-первых, это возможность ознакомиться и применить на практике международные стандарты диагностики и лечения пациентов. Для клинических испытаний врач вносит непосредственный вклад в разработку и ввод на российский рынок новых лекарственных препаратов, которые доказали свою эффективность. И стоит оговориться о том, что не только на российский рынок, но и, в принципе, в мировую практику. Это возможность быть в курсе новых препаратов и методов лечения. Возможность повысить свой уровень, развиваясь в профессиональном научном сообществе. Возможность участия в различных тренингах, GCP-тренингах, в образовательных программах по вашей специальности, возможность работы в команде профессионалов-единомышленников. И это вклад каждого в развитие современной медицины и современной фармакологии. Кто делегирует полномочия в проводимом клиническом исследовании? Важнейшим аспектом работы в клиническом исследовании является работа в команде единомышленников во главе с главным исследователем. От слаженной работы членов команды зависит эффективность вашей деятельности. Главный исследователь распределяет задачи среди других участников команды и является своеобразным вашим наставником. Как же проходит день врача-исследователя? День врача-исследователя – это постоянный поиск пациентов для проведения клинических испытаний. Поиск осуществляется целой командой, и в нашей организации существует преемственность. МИКА является универсальным инструментом по подбору клинических исследований для пациентов. Задача врача-исследователя – это не только лечение пациентов, но и испытание новых лекарственных средств и биопрепаратов. Может ли врач принимать участие одновременно в нескольких клинических испытаниях? Да, но это очень большая ответственность, и это возможно в пределах одной исследовательской команды при условии достаточного количества времени, терпения и умения сосредоточиться на нескольких задачах. Также это большая ответственность, и необходимо быть уверенным на 100%, что ты можешь качественно выполнить работу в каждом клиническом исследовании. Что такое быть врачом-исследователем? Это работа в команде единомышленников, постоянное развитие, расширение горизонтов, новые полезные знакомства. Это всегда действие в интересах пациента, и ты всегда являешься частью науки. По мнению нашей команды, мы тут собрали 5 советов для молодого врача-исследователя. Если у вас есть квалификация по вашей специальности, достаточное терпение для того, чтобы можно было сосредоточиться на одной задаче, и если вы готовы постоянно развиваться и вы ответственный, то тогда вы смело можете обратиться в работу клинических исследований. Спасибо.